Лейтенант Шепард, координаты. Только что пересекли экватор, сэр. Первый раз пересекаешь экватор на боевом корабле «Грейси». Корабль ВМС США «Колорадо» — самая совершенная подводная лодка на планете. Я подал рекомендацию о твоем переводе в штаб. Пора вам с женой нормальную семью строить. Ее команда только что получила приказ... уничтожить целую страну. Матерь Божья. Но они откажутся подчиняться. Почему отменен пуск? У нас прямой приказ. Я не собираюсь стирать с лица земли 4 с лишним миллиона пакистанцев, пока не услышу приказ от того, чей авторитет признаю. Я освобождаю вас от командования. Связь потеряна, сэр. Что ты натворил? И сами станут целью. Крылатые ракеты на радаре, сэр. Тревога, экстренное погружение. Держитесь крепко. В результате атаки мы потеряли 12 человек. Мы пойдем в безопасное место, чтобы остался шанс увидеть наши семьи. Я засек подлодку, с которой нас обстреляли. Это Иллинойс. Наши сами хотят потопить нас? Преданные собственной страной. Что бы вы ни говорили, вы уничтожили лодку с собственной дочерью на борту. Отрезанные от мира, занятого войной. Папа, я здесь. Сэм, это ты? Я, милая, все в порядке. Кажется, я нашел нам оазис. Остров Сан-Марино. Понежимся на солнышке, ребята. Они должны приготовиться к обороне. Этот объект и подлодка в фарватере, все это принадлежит мне. И решить, кому верить. Это мой остров. И принять отчаянные меры против угрозы со стороны Родины. Иллинойс пытался вырубить нас или потопить. Белый дом утверждает, что это пакистанцы и всех остальных государств мира. Все, чего мы хотели, выжить и добраться до дома. Может, остров и есть наш новый дом? К нам летят две птички, бомбардировщики. Даже если мы спрячемся в океане, они разнесут городок вместе с жителями. Изменим правила игры. Андре Броге, пусть увидит, что я отвечаю за слова. Скотт Спидман, верь в меня. Помни, как сильно я тебя люблю. Я тебя тоже. От создателей сериала «Щит» я объявляю зону радиусом 200 миль вокруг острова ничьей землей. Мы не подчиняемся правительству, которое пытается уничтожить своих людей. Попробуйте усомниться, и мы вместе сгорим в ядерном пламени. Я вас предупредил. Отчаянные меры. Скоро на ABC.